Участковым села во время профилактического мероприятия в селе Сукпак в очередной раз выявлен факт подпольной продажи алкоголя. Установлено, что 49-летний житель ПГТК Ахем сбыл продавцу магазина, расположенного по улице Салчактока, партию водки без маркировки. Продавец магазина призналась сотрудникам полиции, что купила водку, чтобы продать в своем магазине. В салоне легковой машины, принадлежащей данному мужчине, сотрудники полиции обнаружили еще 40 бутылок контрафактной водки. Товарно-сопроводительные документы, подтверждающие легальность ее производства, отсутствовали. Изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу. В отношении сбытчика составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.17 КОАП РФ. Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. В общей сложности из незаконного оборота изъято 140 бутылок контрафактной водки.